с налоговым органом. Кого вы все-таки ищете? Тайных олигархов и коррупционеров или тех, кто просто выживает? От такого контроля страдают обычные таксисты, швеи, самозанятые, у которых доходы меньше средней заработной платы. Получается, вы хотите обложить налогами, кто еле сводит концы с концами? Но тогда им проще перестать работать и получать социальную помощь от государства. По большому счету, введенный тотальный контроль за мобильными переводами никоим образом не затронет коррупционеров, а отразится на добросовестном малом предпринимательстве. В связи с вышеизложенным Демократическая партия «Ак-Жол» требует пересмотреть подходы к налогообложению мобильных переводов с учетом интересов и предпринимателей, и населения, и государства. С уважением, депутаты фракции «Ак-Жол» Садыков, Перуашев, Еспаева, Барлыбаев, Бисембаев, Иса.